Первый зампред правительства республики Батыр Имеев проинспектировал ход строительства социальных объектов в Хасавюртовском районе. В частности, он посетил село Индирей, где строятся две школы на 300 и 500 мест, а также садик на 120 человек. Они появятся в районе благодаря реализации проектов «Ликвидация трех сменок» и «Аварийные школы». В этот же день делегация посетила село Кандаур-Аул, где готовится к сдаче образовательного учреждения на 300 ученических мест.